Более 200 тысяч квадратных метров дорог в Петропавловске отремонтируют в этом году. Накануне глава города Константин Брызгин оценил ход работ на улице Дальневосточная, где идет замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Мэр также подвел предварительные итоги дорожного строительного сезона. Более 200 тысяч квадратных метров удалось отремонтировать в этом году дорожного полотна. Это большая цифра. Достаточно серьезные работы были произведены практически во всех микрорайонах нашего города. Поэтому, конечно, лето позволило нам выполнить большие объемы работ и достаточно качественно их закончить. На дорогах с повышенной интенсивностью движения в этом году активно использовался такой вид работ, как замена верхнего слоя асфальта. Это вид ремонта, который достаточно широко в этом году нами использовался на улице 50 лет Октября, Тушканова, Карла Маркса. Кроме того, 5 больших участков были капитально отремонтированы в городе. Это улица Абеля, улица Молчанова, Петропавловское шоссе, Пограничное. Я думаю, что жители все заметили существенные изменения в качестве наших дорог основных. Константин Брызгин отметил, что в этом году уделили особое внимание микрорайону СРВ и в целом южному району города, где в течение 3 лет применяется комплексный подход к благоустройству. В этом году привели в нормативное состояние проезды на улицах Труда, Сахалинска, Лермонтова, Петра и Ильичева. В целом в различных микрорайонах города отремонтировали более 50 тысяч квадратных метров внутриквартальных и придомовых проездов. Добавим, что на всех объектах благоустройства особое внимание уделяли обустройству пешеходных зон, обеспечиванию беспрепятственного перемещения маломобильных граждан. Сейчас наша главная задача – это подготовка к осенне-зимнему периоду, подготовка материалов, техники, проверка состояния техники и готовности подрядчиков к зимнему содержанию. Добавим, объемы ямочного ремонта дорог в этом сезоне составили около 30 тысяч квадратных метров на магистральных дорогах, более 20 тысяч квадратных метров на внутриквартальных и 11 тысяч квадратных метров на придомовых проездах. Ямочный ремонт на придомовых проездах города будут производить до наступления зимы.